детской книги, которую проводит Российская государственная детская библиотека с 21 по 29 марта этого года. Разрешите представить наших сегодняшних гостей, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, исполнительный директор ассоциации «Книга распространитель» независимого государства Анатолий Горбунов и детский писатель Андрей Усачев. И сам начальник, по традиции предоставляю слово Сергею Владимировичу, давайте расскажем о проекте. Прошу вас. Добрый день, я рад, что мы здесь собрались. Нас меньше 5000, судя по всему, все без масок. Я специально с этого начал, потому что какая-то паника началась, честно сказать. Вот, меняются все мероприятия, футбольные, хоккейные, баскетбольные, коллеги, форумы. Я надеюсь, парад как раз это очень изменение, все к этому идет. Вот, но мы сейчас на Александре переговорим перед нашей встречей. Неделя детской книги никто не отменит. И никакая болезнь. У нас есть разные варианты. Вот, тем более, что мы сможем общаться через видеоконференцию, слава богу, техникам онлайн. Но сама неделя детской книги, это же не просто собрать людей, о чем вы говорите, это серьезная государственная программа. И в этой связи я буквально хотел бы сказать несколько слов. Ну, во-первых, диагноз поставить, если можно, все, что касается детского чтения. Две вещи, с вашего позволения. Одна очень надеживающая и радующая, вторая, скорее всего, печальная. Так вот, по исследованию разных международных организаций, международных проектов, ну, в том числе известных, как Куфирус, мы, наша страна, Россия, прошу 56 стран, на всякий случай, очень серьезно исполняли. Мы в 16-м, ну и динамика сохранилась в 18-19 годах, делим первое и второе место с Сингапуром по качеству чтения, по качеству общения с книгой, по возможности описывать что-либо, что очень важно на самом деле в мире. Россия и Сингапур. Но это детишки начальных классов. Дальше мы будем ездить дальше, больше, чаще.
И что неделя это не будет таким одиноким пиком, знаете, что среди ровного ландшафта. То есть важно, чтобы это, в общем-то, круглый год, в какой-то той или иной степени существовало. Вот. И, ну, потому что это важно, и когда дети видят живого писателя, они же все портреты видят, знаете, в классах. Они могут сказать, что настоящий, правда? А это вы написали? Это все очень трогательно. И после этого иногда они начинают читать даже те, кто не читали. Добрый день. Здравствуйте. Журнал «Я когда?» Скажите, пожалуйста, значит, вот ситуация такая. Значит, вот мы, так сказать, самое, каждый год проводим в школах классы по экологии. Может быть, есть смысл проводить в школах и что-то связанное с чтением, это конечно. Сказать? Конечно. Собственно говоря, мы и хотим это. Да, вы знаете, да, почему? Потому что... что школы, они относятся к несколько другому департаменту. Ну, дело в... Да, 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 да. А если вот, как, так сказать, поэтому всегда все связанное вот с межведомственной коммуникацией, это всегда сложно. Я уже да, да, да. На то, что вот если эта программа будет принята, детского и юношеского чтения, знаете, она межведомственная. Да, я почему вот, хочу... Там... Да, потому что... Если вы экологическое воспитание проводите, мы тоже этим занимаемся, на самом деле. И у нас тоже проходят экологические занятия. Почему, например, нельзя в школах делать какие-то литературные занятия, не знаю. Вы знаете, вы помните, одно время был телевизионный канал проводил специальный телевизионный канал был для школьников. Помните? Нет этого, к сожалению. Ну ладно, спасибо большое, всего доброго. Должны мы бомбы закопать и ядерные чушки, и для военных покупать матрасы и подушки. А если враг пойдет войной, мы скочим по кровати, и всей огромной страной его отколошматим. Бух, плюх, бас, отдавай нам свой матрас. Понятно, каждый генерал о подвигах мечтает, но если битву проиграл, то все и подлетает. Извините, класс. Стихи читал автор. Ну, да. Спасибо. Вместе с